Мне плевать на метал, в этом плане я чист. Мой любимый герой — это Чен, Визаж и Висп. Пикую его сразу, зачем пикать под конец минуты? Пикую в миф, Миллер мне пишет: ебанутый. Он вообще не шарит, ведь этот опасный шарик в умелых руках может вас обоссать, она после зажарить. Имба, залив соляры, с ним они играют, вот террас аркана. Тянется к кошельку рука. Все бабло ушло, но мы идем к намеченной цели. Плюс пацаны с комьюнити там по приколу подсели. Всем интересно, доля прикола прям очень велика. А как же будет выглядеть аркана на виспа? А мне только плюс, даже голосовать больше не надо. Мой вис убрал фурионы, двокера, попу и походу джагу. И нет, я не пьян, вот мои голоса. Пацаны, сорян, я хочу аркану на виспа. И нет, я не пьян, вот мои голоса. Пацаны, сорян, я хочу аркану на виспа. А думайте, вы чё, инфить ведь будет, когда ещё аркан так мало, на пальцах ведётся им счёт. Алло, вы хотите отдать её тому, за кого не сыграли игру? Как же Пуш, Сларк, Джага, а? Да ну в пизду. Нет, я не пьян, вот мои голоса. Пацаны, сорян, я хочу аркану на виспа. Поэтому не подбуйной рации, шпетне. Не отдавайте свои голоса на бесполезного героя. Ну нахрена нам это аркана? У нас в доте не так много аркан. Уж лучше пусть они делают на Джаггера, на Пуджа, либо на Сларка что-то из этой серии, нежели на виспа на известного. Вот, ну, полная помойка. Это мое мнение касательно аркана. Вот таких вот песен видосов куча на канале.